Всем привет, ребята, с вами я, мастер Артема Павловича, и мы сегодня мы разлучим 7 пранков над жителями. И сейчас будет смешное. Ну что, вставайте первый пранков. На сумке у меня ТНТ есть и ловушку. Так, открываем двери и закрываем. Пока что-то у нас нет. Вот, вот этот дом, да? Твой дом. Отойди с жителями. Ты испортишь нашу... А ну, получи с мечом, пожалуйста. Да, получай, житель. Да, получай. Наносит урон на алмазный меч. Так, только булыжники открываются на блоках. О, песок. Но это не точно песок. Так, мы ставим дверяшку и всё? Нажимаем на плиту. Все готово. Можно даже остаться в нас жителями. 20 минут я сейчас, подожди, а все. 8-го Ангелине. Где так, закрываем дверь. Эй, житель, я хотел изумруд подарить. Хочешь? Нет, спасибо. Я это так уже увидел. Давай, заходи, твой дом. Ха, хорошо, давай. Да-да, давай, закрывай дверь. Че тут у нас? А, все, закрыто. Нет выхода. Ха-ха-ха, это очень смешной. Нажимаем плиту, сейчас будет ловушка. А ты уверен? Да, уверен. Ну, бить ее. Житель! Блядь, сейчас взорвется вот этот дом, ловушку. И па-бах! Нифига себе, вот это да. Вот это взрыв, конечно, произошло. Житель еще жив. Ставьте лайки и не пишите на канал, ставьте на колокольчик, ребята. Увидимся на втором пранке. А с вами я, мастер Артем Попович. И всем пока-пока, ребята.